полтора месяца назад, ну да, именно где-то 42 или 43 дня назад, мы приготовили колбасу испанскую чироза. Приготовили колбасу, полностью показали весь процесс приготовления. Если вы не смотрели это видео, ссылку на этот ролик, как приготовить колбасу чироза, я размещу в описании этого ролика. А сейчас я хочу ее продегустировать. Колбаса вялилась полтора месяца при температуре 10 градусов и влажности 70%. По идее, должна быть вкусненькая, но разрежем. Очень достойно. Ой, а пахнет вообще невероятно. Ну что, друзья, сейчас покажу разрезы вам. Покажу разрезы колбаски, а после этого продегустируем. Вот в разрезе наша колбаска вот такая вот. Очень красивенькая. Готовится она с большим, она такая красная, потому что она готовится с большим количеством паприки. Ну и на вид такая очень классная. Ну, собственно говоря, я, если честно, я уже ее попробовал вместе с братом. Тихонько натырил из холодильника маленькую палочку, у нас там оставалась, Лариса не заметила. Вот, а мы с братом эту палочку с пивком приговорили, короче. Но очень-очень вкусно получилось. Поэтому давайте сейчас я расскажу вкратце еще, ну так, чтобы это была дегустация правильная. Итак, колбаска чироза. Испанская колбаса с большим количеством паприки. На запах классической салями, то есть классической вяленой колбасы. Готовили мы ее в коллагеновой оболочке, не в натуральной. Ну и вкус. Слюнки текут от запаха. Очень мягкая, нежная колбаса на вкус. Отличный вкус паприки. Немножко паприка дала какую-то такую легкую-легкую кислинку. Ну, а так все получилось. Ничем не хуже, чем, так сказать, в лучших домах Лондона и Парижа, друзья. Ну, собственно говоря. А что тут говорить, чироза получилось, получилось отлично. Смотрите рецепт в описании, готовьте тоже такую колбасу, если вас, ну, если вам хочется, если вам понравилось это. Готовьте ее по нашему рецепту совершенно смело, получится вкусно, 100% вкусно. Ну, на этом, друзья, все. Надеюсь, видео было для вас полезным. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, а мы будем снимать для вас новое видео. Всего доброго, пока!